время не терпит, мы должны начинать. Поздравляю с первым днем весны, и я полагаю, что то весеннее настроение, которое нам сегодня демонстрирует погода, мы попытаемся создать в криптоиндустрии. 1 марта стартовал первый международный юридический форум «Криптосреда». Крупнейшие российские и зарубежные политики, представители профильного бизнеса, мировые эксперты различных компетенций за один день создали понятную картину образа цифровой экономики России и мира в направлениях криптоюрисдикция, криптофинансы и блокчейн-сервисы. Сегодня день был богат на события, на новости. Многие спикеры сказали то, что от них ожидало услышать экспертное сообщество, ответило на злободневные вопросы, в частности, будет ли установлена уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов, будет ли внедрен российский ГОСТ криптографии относительно майнинга, в каком направлении, когда мы начнем получать деньги, развивая блокчейн-сервисы. Знаковым событием этого дня стало установление сотрудничества с государствами, которые разделяют лояльные отношения к криптоэкономике. Мы изучили несколько наиболее популярных криптоюрисдикций, заключили с ними соглашения. Это швейцарский ЦУК, это Сингапур, это Белоруссия. То есть там все, кто сегодня на топе вот этой криптопопулярности в плане юрисдикций. Плотная деловая программа первого дня дополнится юридическим форсайтом, стратегической сессией участников форума во второй день. Следите за новостями. Будьте в курсе событий в сфере цифровой экономики. Все ссылки в описании.